Всем доброго дня! Это снова Хитсад ТВ. В этом видео мы расскажем о растениях, которые могут расти при недостатке света или вовсе его отсутствии. У современных цветоводов есть огромные возможности выбора комнатных растений, подходящих для оформления интерьера при любой степени освещенности. В большинстве случаев среди тенелюбивых растений преобладают декоративно-лиственные, основным украшением которых являются листья. В темных комнатах или в уголках помещения, куда проникает минимум света, можно с успехом выращивать растения, которым много света и не нужно. При этом все декоративные растения имеют разную терпимость к недостатку света. Это следует обязательно учитывать, выбирая комнатные цветы. Некоторые из них могут прекрасно чувствовать себя, постоянно находясь в самом темном углу, а другие требуют, чтобы периодически, хотя бы ненадолго, их помещали на светлое место. Рассмотрим наиболее популярные тенелюбивые растения. Спатифилум обладает блестящей темно-зеленой плотной листвой и цветками, плоскими, похожими на парус. В силу того, что спатифилум очень просто растить, он стал одним из самых популярных комнатных цветов. Он прекрасно будет себя чувствовать как в светлых комнатах, так и в самых темных помещениях. Спатифилум любит прохладу и растет до 30-45 см в высоту. Калатея с темно-зеленой листвой и со светлыми, в некоторых местах, белыми или бордовыми полосками. Цветет калатея пурпурными или белыми цветами. Родина этого растения – Восточная Бразилия. Высоту может достигать более 1 метра и хорошо выносит полную тень. Драцена – это растение очень неприхотливо и не доставит вам никаких особых хлопот. Драцена – вечно зеленое растение, которое, если повезет, порадует вас душистыми белыми цветами. Листья драцены стареют и опадают, но это нормальное явление, никак не свидетельствующее о плохом уходе. Драцена не любит сквозняков любого рода. Подписывайтесь на наш канал и пользуйтесь полезными советами. До новых встреч!